Друзья, всем привет! А кто 31-го в Икее, тот я. Мы приехали, нам срочно нужен стол письменный. Сейчас посмотрим. Кстати, фудкорты все закрыты. Нигде не поесть, открыты только два кафе. Открыт цех, можно взять с собой на вынос, кофе, булочки. И буше тоже открыто, все остальные закрыты. Посмотрите, как красиво. Никого нет в Икее. Все режут оливье. Друзья, в Икее просто красота. Никого нет. Веточки распродаются 129. И три человека ходят. Вот когда нужно ездить в Икею. Кстати, сейчас распродаются вот такие зеленые столешницы. Или это стол? Стол целиком распродается. 5000 он стоил, сейчас 4297, 150 на 75. 3000 стол по карте, 120 на 60, белый-черный, тут на колесиках. Столешница ДСП, ламинат, подстолье сталь. Распродается стул зеленый за 4500, стоил 6000. И вот такой деревянный стул с металлическим основанием стоит 2500. Скидка на рабочее место. Вот такое крепится к стене с полочками. Сейчас стоит 9800. Это бамбук 81 на 35 на 176. Ну, правда, небольшая скидка. Стоил 10600. Распродается стол на синих ножках. Сейчас 2600. Размер 150 на 75. А вот тут отдельно продаются ножки. Разные, самые дешевые. 250 простые ножки. Белые, черные. Черных нет, к сожалению. Дальше подороже идут. 500 рублей. У них регулируется длина. То есть вы можете столешницу установить на высоту от 60 до 90 сантиметров. Мы решили именно такие вот взять черные. Дальше вот такие хромированные. Тоже регулируется высота. 67-107 тысяч рублей. На колесиках 700. 1500 и 1250. И отдельно покупаете столешницу. Вот тут все варианты висят. Мы решили взять зеленую. Сын выбрал зеленую. 150 на 75. Стоит 2500. Вот такая вот. Это ДВП. Акриловая краска. Длина 150. Ширина 75. Толщина 3,4. Вот. Ну, столешницы разные, разные цвета. Белые, черные, серые. Подбеленый дуб. Разные. Подороже, подешевле. Вот, вижу, за 1000 есть столешница. 100 на 60. Тумба под телевизор со скидкой 16 тысяч. Размер 180 на 41 на 49. Она сверху глянцевая. Как тут открывается? А, вот так. Это хитрый ящик. Выдвигаются. Коврики распродают по 200 рублей. 40 на 60. На резиновой основе. Потолочные светильники белые. Сейчас 200 рублей. По карточке. Делябрь. Пятирожковый распродается. 6 тысяч. А стоил 7. Подложка на стол пробковая. Сейчас со скидкой 329,45 на 65. У нас такая лежит на столе. Очень удобная. Вот она гибкая. А сумки уже по 49 рублей. Смотрите.
корзинки с крышкой распродаются. 249 рублей. Вот такие вот. Цвет только зеленый распродается. Мешочки для обуви. 79 рублей. Размер 11 на 16 на 26. Поводки распродаются. 149 рублей. Поводок светоотражающий. 2,5 на 123 сантиметра. 32 килограмма. Напольная вешалка. 80 на 170. 2000. Металлическая. Искусственные букетики по 200. Друзья, смотрите, новая расцветка леечек. 700 рублей они стоят. 0,9 литра. Бирюза и золотой. Очень красивые. Молочные с золотом. Классные расцветки. Новые кашпо. Круглая 849. Еще новые кашпо. Большие, поменьше. Цена 900 рублей. 19 сантиметров. Каменная керамика. Внимание! Объявление для сотрудников. Бирюзовые леечки по 100 рублей. Тоже новинка. Друзья, скидка. Мыльница 59. Дозаторы 299. Стаканчики по 99. Ну, вот только мыльницы можно выгодно взять. Друзья, вы знали, что, оказывается, на первом этаже есть отдел пошив из ткани IKEA. Смотрите, тут и рюкзачки, и подушечки. И все, что вы захотите.